В Махачкале 3-летний ребенок впал в кому и умер после визита к стоматологу. По данному факту Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека. Для установления всех обстоятельств произошедшего изъята медицинская документация, назначены судебные экспертизы для выяснения полноты и качества оказанных медицинских услуг ребенку, а также причины его смерти. Ход расследования взял под личный контроль руководитель Следственного комитета Республики Анатолий Щуров.